С приходом весны на улицах Хабаровска появляются не только цветы, но и клещи. Первых паразитов специалисты начинают фиксировать в конце марта, начале апреля. В это время городские службы приступают к обработке общественных пространств от клещей. Это грамотно в мае делать, на самом деле, потому что как раз потепление выше 10, если не ошибаюсь, градусов, клещи начинают активно жить. И, ну, как бы, и собираться. Они сидят на траве, да, там, обычно на полуметра, там, ну, не выше, иногда до метра, и цепляются за все, что мимо них проходит. Применяемые химикаты безвредны для людей и животных, но на обработанной территории нельзя находиться несколько часов. Кроме парков и скверов, специалисты дезинфицируют и места с большой проходимостью. Это дорожные развилки и зоны вблизи учебных заведений с обильной растительностью. Здесь у нас находятся и техникумы, и школы, и другие учебные заведения. И достаточно большой напряженный трафик людей проходит через эту территорию. Поэтому обработка необходима в целях безопасности не только посещения сквера, но и в целях просто безопасности, здоровья, жизни людей. Специалисты уже завершают акарицидную обработку Хабаровска. После процедуры территории избавятся от клещей и насекомых на ближайшие несколько месяцев. Следующая обработка запланирована на сентябрь.